Боя, что сегодня с тобой? Все, продолжаем. Да. Так. Снова вернем сердце. Вот, у нас теперь какой-то забег. Опасные пирсы. Пирсы, знаете ли, опасны. Ёпш. Чё-то как-то странно. Но пока что ничего вроде сложного. Рыбки, конечно, какие-то жесткие. Вы не Немо случайно ищете? Блин. Опасно все это. Вау. Вот это додж был. Крабе? На нем ездить надо? Ага. Ну что-то типа. Блин! Все, я вкурил, что имеется в виду. Что ты такое? Бля, он еще и молниями стреляет. Ну офигеть. Бля. Протупил. Ой, я полпути прошел. Еще жестковато. Малость временами. Я думаю, нет смысла торопиться тут. И поживее буду. Краби я, типа, не понял, что делать, и из-за этого словил. По поводу вот этого омара плавающего, надо, да. Быть посторожней с ним. Блин! Хрен тебе, гнида. Блин. Вот это вот. А, его убить можно было? Блин, у меня жизни мало. Да, сволочь. Ну, это видели, а. И что я должен был сделать, когда он прям передо мной выскочил? Жестковато, малость временами. Дела происходят. Бля, мне напоминает одну из музык, которая уже была, ну, в таком же стиле. Ну, саундтреков получается. Гнида. Блин.
Да что ж такое? Не долетел. Вау, я тебя увидел. Что это? Блин. Не успеваю все нажимать. Не успеваю. Но у меня получилось дальше зайти. Я реально парирование не успевал нажимать. Грёбаная рыба. Вам пусто было. Блин, да что ж так? Блин, игра надо мной стебется, да? Это же скач. А тут вообще не долетел. Тороплюсь, тороплюсь. Так, а этого Омара вроде как убить можно. Может, без него мне проще будет? Вау. Да ш... О, жестко. Давайте еще раз. И рыбы, они меня окружают. Я им что, не нравлюсь, что ли? Да что? Грёбная рыба, а? Блин, да... Туплю, туплю. Всё, свалил. Я вернулся. Может, все-таки с ним не надо сражаться? Бля, у меня хп нету, чтобы это проверить. Он вернулся. Что сделать-то надо? Я не понял. Не, ну реально, там непонятно куда. Дальше прыгать надо или что? Так, с Омаром не сражаемся. В жопу его. Бля, чё здесь крабы такие?
злые. Типа, единственное, кто должен быть злой, это я. Ау, кыш. Вот ж гнида, а. И отсюда же никуда не уберешься. Так, окей. А, на нем! Жескач. Блин, напридумают же, а? Капец. Блин, ну это реально жесть. У меня мозг не сразу врубил, что происходит. Обычно враги, типа, на них нельзя ездить, если не видно этого. А на нем не было это видно. Блин, гнида. Метка. Так, парируем. Блин, жесть. Жесть. Зато монетки все собрал. Б. Бест. Получил алфавит. Бля, вот это же скач. О. Так, давайте начали с черепашки. Вы, ребята, считаете, что ваша ситуация... Цветной бардак? В смысле цветной бардак? Так ведь? Если я расскажу тебе, как увидеть все это в серых тонах, способ, который может воспринимать только пацифистский игрок. То есть я, да? Поверите ли вы мне, отчаянные кружочки, если я расскажу вам об этом? Сомневаюсь. Я не понял. Чем? Третий мавзолей вроде как последний. Сейчас, наверное, жестко будет. Ага. Жесть. Так, хорошо. Я слишком однокнопочный для такого. Так, быстро. На постамент.
У, слава богу, они медленные. И что такое? Пока что получается. Трипл килл. Фух. Еле-еле. Yes. Жесть. Слава богу, вы пришли. И опять, что ли, заперли? Мерзкие призраки опять заперли. В этот раз на совесть. Вот последнее волшебное суперумение. Что мне удалось найти для вас? У меня пора. Удачи. Еп. Супер. Суперспособность. Треть. Управляйте душой и телом одновременно для максимального урона. Но это тоже на урон получается. Давайте возьмем. О, мистер Вилка. Давайте не на чистоту воды, если люди высшего класса. А есть, так сказать, остальные. И на данный момент вы, кажется, эти остальные. Это значит, что вы не можете почувствовать мир по-особому. И что это должно значить? Типа, много монет накопить? Да ну нафиг. Итак. Welcome. Так, катапульту и... Ну, давайте с... кофе. Точильный камень. Ваше первое парирующее движение дублируется, образуя атаку топором. А почему только первое? Пока. Бывает. Крысиный корпус. Ладно, давайте глянем. Что это может быть? Из Тома Джерри взяли? Что делать-то? Вау-вау! Я не заметил с самого начала. Да, да, я Том и Джерри, типа. Блин. Сволочь. Блин. Это сложно. Ладно. Так. Блин. Хо-хо-хо. Так, что это? Следующая стадия? Что делать? Что не делать? А! Ёпты ж! Окей, я понял. Блин. А что надо было сделать? Вот в этот момент, когда они полностью все приближаются. Непонятно, к сожалению. А потом с котом будем сражаться. Скорее всего.
Типа, это знаете как, если висит ружье, оно обязательно когда-нибудь выстрелит. Блин, а как на них прыгнуть? Я даже их парировать пытался. Блин. Лажаю. Очень сильно. Это танк, смертельное оружие. Ладно, я что-нибудь придумаю, я пока что не понял, что делать. Ладно. Вот как этой штукой пользоваться-то? Блин. Неудобно было. Быстрей. Блин, я... Перепрыгиваем. Так, по-моему, следующая стадия уже. Ёпты ж. Я так и знал. Котофей. На тебя по лицу. Ауч. Кис-кис, мяу. Жестко. Блин. Так, давайте повторим. Что-то... По-моему, я сбился вообще. Блин. Так, что тут делать? Ладно, получилось просто перепрыгнуть. Слава богу. Да прыгай! Прыгай, я тебе говорю. Блин. Я слишком однокнопочный временами. Туго соображаю. Как от всех увернуться-то? Блин, не увидел. Ну вот, тут не вкуриваю, что надо было бы сделать. Ладно, без слов.
Что ж такое? Так. Концентрацию, вернись, пожалуйста. Что происходит? Во, все, все хорошо. Тут же скач какой-то. Блин! Зажали демоны! Ау! Ау-ау-ау-ау! Блин, чё я вечно туплю-то? Падает вот этот какой-то шарик, он разлетится. Почему я про это забыл-то? Чувак, может, с тобой объединимся, там котофей какой-то жесткий. Типа, вместе мы его просто отфигачим. Блин. Не получилось. Блин, да что? За что? Да блин, да все, вот, никуда. За что? За что? Блин. Так, а почему я теперь перестал перепрыгивать? Я не понимаю. А, или может быть от этих платформ прыжок немного выше? Давайте. Я слишком долго думаю. Я в этот момент не играю. Так, от этих платформ, окей. Ага. Это даже незаметно. Если бы не он. Блин, поторопился. Ну вот что мне в этот момент делать? Ну вот скажите. Блин. Фигово. Котофей лови! Так, следим за потолком. Так, они пускают шары. Но потом разлетаются. Блин! Жестко! Но пол этой стадии я прошел. Я, конечно, его ультанул. Бля, я чё-то заснул. Так.
пытаясь проанализировать ошибки. Все равно словил, блин. Да, блин. А теперь не перепрыгнул. Снова. Блин, два УЗ. Фигово, блин. Так, повезло пока что. Ну это капец. Да, это сложно. Да что ж такое? Почему больше не получается? Я ж от этой хрени все это делал. Быстрей. Ну, блин. Что-то я не знаю, это типа какой-то карнавал неправильных выборов. Куда прыгать? Так, ну давай. Да, блин. Что-то туплю. Реально туплю. Сволочь! Одна жизнь осталась. Я не знаю, Котофея этого не смогу победить с одной жизнью. Блин. С доской протупил. Эй. Да что ж такое-то, а? Чего с ними договориться нельзя, а? Блин. Жескач. Oh.
Опять одна жизнь. Да. Блин, поторопился. Черт. Так ведь все хорошо шло. Ну, относительно. Кроме того, что вот эта вот гнида мне 3 хп сняла. Блин, поторопился. Я не понимаю. Да нет, чтоб тебя черти драли, а? Оставь мне хп, оставь хп. Блин. Чё, то тут я протупил. Чё-то... В некоторые моменты не понимаю, что делать. Например, вот тут. Почему я иногда не перелетаю? То есть, чё надо сделать? Да что ж... Чё ты не прыгнул, а? Я нажимал. По крайней мере, в этом уверен. Прыгай. Да что... Бля, у меня одна жизнь осталась. Да ёпперный театр, а? Знаете, код реально простой по сравнению с вот этим вот дебилом, блин. Ну, какие-то странные атаки временами. Блин. Просто в подряд пошли. Так, что делать? Я не понимаю. Жесть. А самое забавное, в первый раз у меня это легко получалось. Блин, да что ж такое? Да сунься эту жвачку, знаешь, какое место? Опять. Вот, я перелетел, слава богу. Что, я его перевернулся? Я все себя приучить не могу, что, типа, когда ты прыгаешь, ты оказываешься на верхнем уровне.
Так было близко. Блин, сам нарвался. Ну, ёперный тебя за ногу! У меня опять две жизни. Мне бы на кота две жизни. Так не останусь. Блин. Поторопился. Уже типа нервы ни к черту. Гребаная доска, не заметил. Все из-за чего? Может, полчаса, блин, ввожусь с этим гнидой. Ну вот что. Да блин. Может, я рано нажимаю додж? Или, может, поздно? Не понимаю. Иногда работает, иногда нет. Да что? Ну, я не знаю, что в этот момент делать, реально. И опять у меня хп на кота нету. Так, слава богу, заметить успел. Зверские. Я ж тебя заметил, блин, да что ж такое? Мне реально 2 хп всего лишь на кота надо, скорее всего. Чё этот крысёныш, блин, меня убивает, а? Не понимаю.
удар, не понимаю, что делать. О, 2 хп. И прикиньте, сейчас не хватит. Есть! Я ж говорю, 2 хп. Какого? Это была подстава. А откуда души тогда вылетали? Супер. Жесть. Вернер Верман. Привет. Ох, этот Вольфганг. Какая-то банда волков, что ли, или что? Всегда берет 10 нот, чтобы выразить двухнотную ценность музыки. Ой, и понятия не имею, что значит чем меньше, тем лучше. Уверен, вы согласны со мной. Пойди убеди эту жестяную и ушастую рожу. Он больше меня не слушает. Окей. Суровый хребет, однако. Че такое, ты кто? Вау, 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 вау! Что происходит? Вау, 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 это подстава! Что это? Жесть! Сдохни! Жесть! Блин, да что, прям на него упал. Да, что происходит? Бля, я опять 1 хп, да? Сейчас я тебя наваляю, блин. Такое ощущение, что оно бессмертное. Это было только ощущение. Фу, это жестко. Это капец как жестко. Что, за отца мстить, что ли? А, драконы? В смысле, от чего я умер? Hey,
Жесть. Эй! Да что ж такое? Я все ловлю. Да, блин, опять один хп. Жесть. Что-то как-то сложновастенько. Так, держимся. Давайте. Блин, успел, гнида. Да что, я его ненавижу, ей-богу. Самый дебильный противник. Чуть вздыхать-то. Взял все мое преимущество, сволочь, уработал. Вау, этот большой. Бля, у меня хп нету. Ай, ёп. Парировать надо было. Бля. По-моему, это самый жесткий hit and run, который был. Ну, shoot and run. Ну, короче, поняли. Это было забавно. Да блин! Грёбаный лев. Всё, сломайся, блин. Жесть. Да, блин. Да, его было лучше. В жопу ту монету. Реально. Главное пройти. Жескач какой-то. Что это? Ты кто? Да, поперхнись, блин. Жесть. О, какие-то олимпийские вещи. Ну, статуи. Вещи. Я тебе, блин, тут похаркаю, сволочь. Что это? Циклоп? Да,
Он за многих гнаться будет, да? Ой, ой. За что мне все это? Еще это начало дебильное. О! Блин, я никогда на этого скелета... Повторяю. Да что, блин, чтоб этих козлов оттрахало, ей-богу. Надя, последний раз. Вот здесь урона бы еще не получать. Было бы круто. Прыжок нажал. Наверное, монету как-то умудрился получить. О! Ну, успокоили все. Всех убью, один останусь. Так, окей. Пока что норм. Я только там вот что-то не вкуриваю, пока что что делать. Ладно. Надеюсь, это не бесконечно. Блин! В жопу монету. В смысле? Почему я промахнулся? Я ж на нее должен был упасть. Ёптыш. Блин, а вот это самое обидное. Если честно, мне кажется, я на платформу упал. Волчьи козлы, блин. Я даже не знаю, это не... В смысле, я типа повторить нашел. Знаете, эта игра вызывает ненависть к мультфильмам. Чё ты не долетел, а? Тебе по приколу, да, было, да? Эх. Жесть.
Вперед! Блин, было близко. Было близко. Было... Всегда близко. Да блин, да как? Ну как? Черт их дери, а! Две жизни это мало, мне три, наверное, там надо будет. Что-то вас чертей тут много. Чем борзые стали? Я бы сказал, немного странновато ульта. Блин, я чуть его не задел. Там что происходит? Обо что я там? В жопу эту монетку. Да я реально не понял, что я там задел. Опять не долетел. Блин, это неудобная игра, реально. То есть это псевдо 3D, который не 3D, и хрен поймешь, где приземляться надо. Король лев хренов. Реально ж немного осталось. Вау-вау-вау-вау-вау. Покойней! Ну я, кстати, выпускаю две монеты. Из пяти. Как минимум. Одну, потому что я не могу рассчитать, когда появится. Блин, да что ж такое? У меня были максимум... Максимум ХП. Взяли... Я никогда на них не нарывался. Ну офигеть. Капец. Без слов. Ни разу, типа, не ловил от них. И когда были максимум ХП, словил. Два раза уже. Ну как это можно охарактеризовать, а?
Блин! Ну это, блин, подстава! Черт! Слушай, нахрена я стреляю тут? Надо просто прыгать и доджить, и все. И все равно нихрена не помогает. А из-за этого у меня большой палец, блин, занят. Вообще золото, блин, а? Фух. Капец. Кто меня еще и сдуть смог? Гнида. Гнида. Вот кто ты. Без слов, без слов, реально. Я уже устал, видимо. Да, блин. Спорим, сейчас монетку смогу поднять. Вот. Ага. Блин, одно хп. Одно. Пошли в жопу бесы, блин. Ну хотя это, наверное, сатиры какие-нибудь. Но все равно пошли в жопу. Близко. Так. Прыгаем и доджим. Права на ошибку нет. К сожалению. Ты нигде больше не мог оказаться, да? Сука. Ладно, давайте, типа, на сегодня все. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Ракни Пушка. Я просто капец как устал. Ей-богу. Он просто уничтожает мой мозг. Да. Продолжим в следующий раз. Все. Спасибо, что смотрели. С вами был Ракни Пушка. До скорых встреч.